Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на новый жилой комплекс «Ленинградский», который расположился в центре города по проспекту Металлургов. Перед нами первый дом, в который уже были заселены жильцы. Во дворе современная детская площадка, очень чисто, зеленые газоны, несмотря на то, что на улице глубокая осень. Рядом возводятся еще новостройки, относящиеся к ЖК «Ленинградский». Чуть ниже еще одна. Имеется большая парковка. Добрый день. Здравствуйте. Вы живете здесь, да? Да. А получили квартиру или купили? Купили. В ипотеку? Да, в ипотеку. Как вам квартира? Ну, в принципе, неплохая, да, хороший ремонт, все понравилось. Большие комнаты? Комнаты, да, большие. Какого качества отделка квартир? Довольно хорошего. Что имелось в квартире? Бойлер, раковины, и ванная. Да, и раковина, все есть. Плита? Да, плита тоже есть. В принципе, ремонт готов, не хватает вот только мебели. Ясно. Как давно вы заселились? Да, недавно. Осенью ты уже включила. А, да, вот осенью. Ясно. Да. А вы из Мариуполя? Нет, не местная. А как вам Мариуполь вообще? Мариуполь, в принципе, хороший город, да. Море, да, красиво? Да, очень красиво сделали вот. Город. Очень атмосферно. Ну, все еще впереди. Как вам площадка перед домом? Площадка хорошая, думаю, детям понравится. Да, ну, я думаю, что еще больше будет. И за домом, да, там, когда все закончится, все будет гораздо красивее. Хорошо, спасибо вам. Всего доброго. Да, не за что, и вам. Сейчас мы с вами посмотрим на этот дом с другой стороны. Проспект Металлургов, 87А. За этим домом еще новостройки, относящиеся к ЖК «Ленинградский». Фасад дома с фактурой натурального камня. Увеличенные окна, а именно оконные проемы увеличены на 20%. Лоджии с витражным и тонированным остеклением. Внешний вид дома выглядит очень красивым. А также рядом имеется детский сад номер 163. За этим домом школа номер 66. Вся эта территория будет облагорожена спортивными детскими площадками, зонами для отдыха, зелеными газонами. Огромная территория. Чуть позже, друзья, у нас будет с вами возможность заглянуть в одну из квартир. Но сначала мы посмотрим на паспорт объекта. Итак, друзья, жилой комплекс «Ленинградский» с правой стороны, а слева вниз тянется проспект Металлургов. Также и дорога наверх. Это все проспект Металлургов. 5 минут пешком от этого ЖК, и вы на центральном рынке. 15-20 минут также пешком, и вы в городском саду или же на центральной аллее Приморского парка. До городского пляжа 20 минут пешком. Жилой комплекс «Ленинградский квартал». Проект осуществляется с 2023 года по 2025. Жилой комплекс «Ленинградский квартал» будет включать в себя 8 домов этажностью от 12 до 14 этажей. Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой. Комплекс расположен в центре и окружен развитой социальной и инженерной инфраструктурой. Квартиры с отделкой под ключ. Натяжные потолки, виниловые обои, металлическая входная дверь, акриловая ванная, раковина, полная электрификация квартиры, раковина и комфорочная печь. Телефон отдела по продажам на экране. Ипотека на весь срок 2%. Цену, друзья, смотрите на сайте, так как они могут меняться. Рядом находятся остановки, с которых вы можете добраться в любой конец города. Мы с вами возвращаемся в новостройку для обзора нескольких квартир. Очень стильный и современный подъезд с керамогранитным оформлением. Входная группа на уровне земли, без ступеней. Красивый подъезд, жилой комплекс «Ленинградский квартал».
лифт обшит фанерой для защиты, так как новые жильцы въезжают с мебелью и царапают панели. Поднимаемся с вами на 5-й этаж. В лифте видеонаблюдение. Сначала мы с вами посмотрим однокомнатную квартиру. 5-й этаж. Прямо дверь, проход к квартирам. Слева это лестничная площадка. Здесь вид из окна на 17-й литер, который возводится еще. И в нем уже стартовали продажи квартир. С этой стороны мы с вами видим действующий детский сад, а также еще одна новостройка, которая относится к ЖК «Ленинградский квартал». Итак, пройдем с вами сначала в однокомнатную квартиру. Это однокомнатная квартира площадью 39 квадратов. При входе в коридоре с левой стороны сразу же ванная с туалетом, бойлер, сушилка для полотенец. Комната 19 квадратов, матовые натяжные потолки, виниловые обои, металлопластиковые окна. Здесь будет зона отдыха, детские и спортивные площадки. Это кухня. На кухне имеется мойка и электроконфорочная плита, а также выход на лоджию через кухню. Здесь у нас витражные и тонированные стекла. Кухня довольно просторная. И в целом вообще квартира с просторной планировкой. Сейчас мы с вами поднимемся на грузовом лифте в двухкомнатную квартиру. 58 квадратов. При входе сразу же просторный коридор, что бросается в глаза. Здесь ванная с бойлером и сушилкой для полотенец. Туалет отдельно в этой квартире. Просторная кухня, как и в однокомнатной квартире. Выход на лоджию через кухню. Эта комната 15 квадратов с большими окнами. А следующая комната 19 квадратов. И сейчас мы с вами сделаем еще один обзор на трехкомнатную квартиру. Итак, при входе сразу же коридор. С левой стороны здесь отдельно туалет. Здесь же комната. Просторная комната. И еще более просторная кухня. Вау! Ничего себе! Вот это размеры. Обалденная кухня. Пройдем дальше. Так, света нет, поэтому как-то так. Здесь еще одна комната большая с выходом на лоджию. И с левой стороны от ванной комната чуть поменьше. Также с выходом на лоджию. Только уже на другую сторону двора. Итак, друзья,
Какой вывод в целом можно сделать? Квартиры с просторной планировкой. Большие комнаты, кухни, панорамные большие окна. Все выглядит очень здорово. А также хочу напомнить, что на все эти квартиры действует программа ипотека под 2% годовых. Стоимость квартир смотрите на сайте, так как она может меняться. Ребята, а вы здесь живете? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А не могли бы ответить на пару вопросов? Давайте. Скажите, пожалуйста, как вам квартиры? Отлично. Нам очень нравится, просторные, красивенькие. Планировка нравится очень, да? Да, очень. Нравится. А сколько комнат в квартире у вас? У меня трешка. У него тоже три. Ясно. В ипотеку брали, да? Да. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Современно и красиво. Так выглядит ЖК «Ленинградский квартал» в городе Мариуполь. Всем мира и добра. Пока.